сцене Захарий Зорин, Франция. Захарий Зорин – почетный профессор консерватории Новосибирска и Лиможа, почетный концертмейстер Национального оркестра Аквитании. После отъезда из Советского Союза работал солистом Иерусалимского ансамбля и Израильского симфонического оркестра. Сегодня Захарий Зорин – директор Института скрипки в Бордо. Имеет докторскую степень в области музыкальной педагогики. Астор Пьяццолла, танго «Забвение». Захарий Зорин и оркестр Одесского оперного театра. Сегодня зал отличался от прошлого фестиваля.
У нас был ажиотаж, поэтому я спрашиваю. Вот я чувствую, что сегодня немножко больше ажиотажа. Честно говоря. Да, вот, вот это, этот накал... То есть пришла более подготовленная публика? Не то, что подготовленная. Да, она в чем-то подготовлена, но она ждала, и она получает. И вот, вот этот... Вот как-то, вот этот диалог, этот был, этот, вот, эта связь с публикой чувствовалась от первого ряда до последнего. И это благожелательность, это вот какое-то отношение, что вот мы вместе. Они участвовали в нашей игре.